Единороссы Коми увеличат тираж дневника школьников в 2 раза, с 12 до 25 тысяч экземпляров. Такое решение принято на заседании регионального политсовета. Как говорят партийцы, в их адрес поступает довольно много обращений от родителей с просьбой увеличить тираж так называемого дневника первоклассника, чтобы сделать его доступным и для учеников 2-х классов. Необходимость такого шага подтвердили итоги интернет-опроса. Наш бюджет уже он сформирован на этот год. Мы посмотрели, от чего мы можем отказаться, и решили, что мы в этом году постараемся обойтись без наружной рекламы к выборам, партийной рекламы имеется в виду. И эти деньги лучше направим на тираж, дополнительный тираж для школьников, для дневника школьника. Напомним, проект стартовал в прошлом году. На страницах школьных дневников разместили информацию о Коми, герб России, республики, государственный гимн нашего региона на русском и коми языках, а также сведения о его географическом положении, климате, животном и растительном мире.